Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Тролльная прогулка» в рубрику «Улетая из Китая». Сегодня у нас майка. Наверное, я вот, честно говоря, гулял вот по городу. Я этих майк у людей видел, ну, наверное, просто сотнями. Есть три цвета, я точно знаю. Один белый, черный и такой там сероватый цвет. Майка вот с таким вот логотипом. «This is me». Это я. Да это же я, ребят. Вот, такой вот логотип. Так вот лучше, наверное, будет видно. Вообще, качество майки просто офигенное. Стирок у этой майки уже, я не знаю, было весьма-весьма-весьма много, но при этом свои цвета майка ни в коем случае не потеряла. То есть она как была ярко-ярко-красная, и такой же и осталась. Конечно, если присмотреться, вот наклеечка немножечко уже потрескалась. Но вечного, конечно, ничего нету. Майка, которая стоит, наверное, там $5 примерно, цена данного товара. За $5 майки, которые мне хватает на полтора года, это просто, ну, классное вложение денег. Также, что мне еще понравилось у данного продавца, там весьма много-много размеров. Будь ты большой, маленький, средний или квадратный, ты всегда, я думаю, себе что-то подберешь. Джианнан, такая вот серьезная фирма. В общем, если понравилось видео, ставь лайк. Хочешь заказать товар, можешь заказать его. Вот он идет в описании под видео, будет ссылочка. Вот, смс-ка пришла. Ладно, до новых встреч, дорогие друзья. Увидимся с вами. Всем привет, давайте.